Всем привет, с вами компания «Ваша баня». У нас уже началась настоящая зима. Мы продолжаем строительство бани 5х4, рядом с которой стоит этот баннер. Наверное, вы его уже запомнили. Долго я сюда опять никак не мог доехать. Сейчас доехал. У нас остался сегодняшний день и завтрашний день, чтобы закончить стройку. Сейчас я вам покажу, что у нас построено. Вот наш баннер. Остался один день, сегодня и завтрашний день получается. Вот завтрашний день как раз остался. И пойдемте посмотрим, что у нас. Ну вот она, наша баня. Сейчас я покажу, что сделано. Так, получается у нас, напомню тем, кто смотрит первый раз наше видео, ленточный фундамент. Баня у нас получается 5х4, снизу ленточный фундамент. Дальше идет три ряда, вот у нас идет три ряда кирпичной кладки, вентиляционные выходы для проветривания подполья, сам сруб, вот такой вот он красивый, подрубанок, фронтоны у нас из фальшбруса, межвинцовый утеплитель джут, крыша из профнастила МП-20. Вот у нас входная дверь сосновая на клин. С этой стороны получается фронтон, и во фронтоне дверка. Внутри ребята еще работают. Я потом приеду, отдельно сниму видео, когда баня уже будет готова. Вот сейчас мастер Володя выкладывает кирпич вокруг печки. Мастер Володя, по машинам рукой. Внутри здесь еще есть работа, но вот ребятам сегодня-завтра получается полностью ее закончить. Вчетвером они работают. Закончить печку, постелить полы, утеплить. Ребятам как раз еще работы на сегодня, на завтра. Сегодня получается им до вечера еще полдня доработать, и завтра полный день. Я думаю, что мы как раз успеем, уложимся в эти 20 дней, несмотря на все каверзы погоды, которая была. Закончим эту баню, я приеду, уже сниму видео полностью уже по готовой бане, пройдемся по всем этапам, покажу, как они сделаны, как выглядит баня, затопим ее вместе с вами и проверим температуру. Чтобы не пропустить наши видео, подписывайтесь на наш канал. Если нравится видео, ставьте лайки, задавайте вопросы в комментариях. Всем пока!